У нас на сайте и в соцсетях часто пишут комментарии, вопросы, и вот мы решили выделить наиболее часто повторяющиеся. Первый часто задаваемый вопрос: за кого голосовать в 2020 году на выборах в горсовет или в ЗАГС собрание Новосибирской области? Вообще выборы — вопрос всегда актуальный, и вот накануне выборов часто звонят и пишут: скажи, за кого голосовать, ты же разбираешься. Ну а какой тут может быть совет? Так или иначе, на выборах голосуют сердцем, поэтому все исходят из своих симпатий. Но все же хочется сказать, что по-хорошему необходимо познакомиться с кандидатом и с его деятельностью заранее. Так как многие пришедшие, если приходят на выборы, то видят кандидатов впервые только на стенде избирательного участка. У всех кандидатов есть страницы в соцсетях, и перед выборами они проводят встречи. И нужно не полениться и сходить. Узнаете одного, узнаете и других. Появится интерес и стимул идти на выборы. И голосовать не за понравившееся лицо, а за то, что это лицо вам предлагает сделать, если вы ему доверите. В чем еще заключается плюс выборов? Так это в том, что вы можете вполне обоснованно требовать отставки депутата и выражать недовольство его работой, так как будете его прямым работодателем. Другой вопрос: ходить ли на митинги и на какие ходить? Конечно, многие будут кричать: за нас все решили, и митингами уже ничего не изменить. Разберемся, что же вообще такое митинг. Это публичное выражение вашей гражданской, общественной, политической позиции. И решать важные общественные политические вопросы в социальном государстве может только гражданское общество. А митинг — это как раз и есть инструмент этого самого гражданского общества. Поэтому, если вы желаете жить в здоровом обществе, способном решать свои проблемы, на митинги ходить необходимо. А на какие митинги ходить? Тут нужно посмотреть, какие они вообще бывают. А бывают так называемые партийные, ритуальные, праздничные, календарные митинги. Они служат для объединения людей по признакам политической принадлежности и консолидации сил. Такие как, например, 1 или 9 мая. Тут ответ простой: если поддерживаете идею или просто симпатизируете, смело идите. А бывают митинги, например, связанные с протестом, противостоянием социальным изменениям, как, например, пенсионная реформа или выступлением против власти как таковой или ее отдельных лиц. Недалекий пример: мы проводили митинг «Стоп тариф против повышения цен на общественный транспорт» и реорганизацию пассажирских перевозок. И в дальнейшем продолжаем продавливать эту тему, так как считаем, что подъем тарифа – это попытка поддержать насквозь пропитанную коррупцией сферу. Эта тема касается абсолютно всех, поэтому тут возможно объединение разных протестных сил. Вопрос, который звучит в разных интерпретациях: продержится ли сегодняшняя власть до следующих выборов президента? Либо будет государственный переворот или революция до 2024 года. Вопрос серьезный и сложный, на него многие эксперты дают разные мнения. Вообще тут, как или иначе, сводится все не к гаданию и не к протестным настроениям, а к чистой экономике. Сколько государство может просуществовать с истощенными ресурсами? Судя по тому, что нас отбирают уже последнее, и в бездонные бочки зазвенело дно. Другое дело, восстанут ли люди против этого или страна превратится в колонию? Посмотрим. Вообще этим вопросом нужно было задаваться лет 15 назад, а теперь в любом случае сложных периодов не миновать. И вот еще пара очень интересных вопросов, которые приходят нам. Это: захватит ли Китай Россию и насколько опасно для России, США и НАТО? Вот тут нужно понять, что государство как таковое — это не клочок неплодородной земли. Это люди, природные ресурсы, культурное наследие и так далее. И вот Китай пьет нашу воду, пилит наш лес. И что парадоксально, тот же Китай зарабатывает на нашем потреблении. То есть по факту захват идет. Но их армия не входила на нашу территорию и не проводила боевых действий. И вот тут на вопрос, кто нас захватил, попробуйте ответить сами. Что касается США и блока НАТО, то геополитические терки были и будут в разной степени напряжения, поэтому бдительности никто не отменял. И чтобы жить без страха, нужна сильная армия, технологичная, современная, профессиональная. Необходимо Министерство иностранных дел, представители которого умеют что-то большее, нежели материться на иностранных журналистов. Сильное государство становится тогда, когда ему есть что защищать: людей, культуру, ресурсы. А если власть похожа на турецкий рынок, где лишь бы побольше продать, но при этом все это выглядит под маской патриотизма, то что защищать в этом государстве? Есть такая старая даосская мудрость, что в кувшине важны не стенки, а его пустота, так как ее можно заполнить. Вот так же и с внутренней и внешней политики. Без внутреннего наполнения никакой внешней политики говорить нельзя. Спасибо, что читаете наш сайт и смотрите наш канал. Пишите комментарии и оставляйте свои вопросы. И напоминаем, что 21 декабря в Нарымском сквере пройдет митинг против повышения тарифов на пассажирские перевозки в рамках акции «Стоп тариф». Сбор в 13:00, сам митинг начнется в 14:00. Увидимся на протесте.